О новой шубе лучше подумать уже летом. Так считают организаторы конкурса «Мисс Мир Меха», который прошел в Пятигорске. За роскошную норку боролись 15 участниц. О последних тенденциях в пушистой индустрии наш корреспондент. Акцент в коллекции на норку. Длинные и короткие. В сочетании с каракулем – это новое решение в мире меха. Каждая из 15 участниц конкурса красоты еще в примерочной выбрала ту самую, единственную, которую хотелось бы повесить в свой шкаф. Пятигорчанка Наталья Копленко предпочла такую. Шубы мерила, я не хочу их снимать. Очень классно. У нас на самом деле очень много выходов сегодня. И в кожаных куртках, и в шубах из песца, из норки. Просто чувствуешь себя на самом деле королевой красоты. Шубы всех фасонов, кожаные куртки, меховые жилетки. Греческого, турецкого, китайского и, конечно, местного пошива. Есть коллекция и для маленьких модниц. Про мужчин тоже не забыли. Эти куртки со вставками из кожи питона. И это тоже новая тенденция. На подиуме роскошные шиншилла, соболь, рысь. Редкие, довольно дорогие меха. Есть и эконом-класс, который может позволить себе обычный обыватель. Недорогие шубы, но очень хорошего качества. Также есть и очень дорогие меха, такие как соболь, который стоит как дорогой автомобиль. Как дорогой автомобиль. Это про белоснежную норковую шубу с рысьим воротником, которая досталась победительнице конкурса Ангелине Антифеевой. Очень красиво. Я сама дизайнер и очень оценила дизайн новой шубки. Большое спасибо организаторам. Приз от торгового центра «Мир меха», впрочем, получила каждая конкурсантка. Юлия Бычкова, Марина Осокина, Павел Коваленко. Вести, Предгорный район.